жизни с высшим светом меня мама родила. И в институт не поступила, и работу не нашла. И так прорвемся. Ага. Телеграмму написала, мол, работаю, учусь, сама на хатах зависала, в тачку сяду, выкручусь. Но тут реально подфартило, стать моделью пригласили. О-ла-ла, ну и дела. В свете телекамер прикольно быть звездой. Весь мир как будто замер, общается.